Банка, хлоп, оп, а там джин. Три желания и свобода. Верь мне, я же гений. Первое. В первый день я получил собственное кафе. Второе. Для себя и для друзей свой бассейн. Но банка упала. В песок попала. И отказала. На три. Одни нули. Джин старался, но облажался. Третье желание выдай. И я на свободу выйду. Верь мне, я же гений. Зигги и Диего. Мини-Диего. Вот оно, вот оно. Рита объяснит, почему она разошлась с Сэмом. Это Скуп с прямым эфиром из Оазисвуда. Рядом со мной божественная Рита Ван Хамп с невероятными новостями, которые потрясут мир. Да, Сэм, Сахар и я сошлись опять. Поэтому она и не звонила. Что она в нем нашла? Все просто. Я люблю высоких мужчин. Не могу устоять перед ними. Ну и я не низенький. Диего, передай бутылку с кактусовым соком, пожалуйста. Этот с газом. Такой не хочу. Слушай, если твои ноги коснутся земли, ты нормального роста. Почему бы нам не пойти заняться серфингом? Отличная идея. Увидимся там. Не парься. Забудь, ты слишком низкий. Дай помогу. Я не низкий. Хочешь быть действительно высоким? Доставать до всего, что нужно? Смотреть на мир с высоты? Загадай желание. Представь, что ты выше, как баскетболист. Тебя будут смотреть все, особенно Рита. О, Диего, ты такой высокий. Да, я очень хочу быть высоким. Проще пареной репы. Взываю к силам бытия. Исполните желание, освободите меня! Я должен залезть в это, чтобы стать выше? Не паникуй, это нормально. Я только проверю кое-что и вернусь. Откуда она появилась? Я коротышка! Аккуратно! Что ты делаешь? Осторожно, я внизу! Итак, ты съел помидор и уменьшился. Чтобы вырасти, сделай суп и съешь его. Свобода, я иду к тебе! Вперед, Диего! Тарелка хорошего супа, и все кончено. Диего? О, нет! Вот тупица!
Ну и ну. Ты чуть не раздавил меня. Не переживай, у меня все под контролем. Да, конечно, я вижу. Так и есть. Все, что тебе нужно, просто съесть немного супа, и ты вырастешь опять. Суп? Ты о чем вообще? На данный момент нам нужно взобраться туда. Верь мне, я гений. Судя по моим расчетам, мы должны приземлиться прямо в горшок. На счет раз, два... Я в порядке, все идет отлично. И как же ты сделаешь суп? Ну, я... Мы сделаем... Диего! Зиги! Где же они? На ветке, застрявшей в помидорах. Какая ужасная судьба. О, нет! Пожалуйста! Да пошутил я, Диего! Ну ты и зануда. Диего! Зиги! Ух ты, круто! Нет, пожалуйста! Фу, червяки. Они исчезли, а я нашел вот это. Подарок. Аккуратно. Там попадаются червивые. Спасибо тебе. В червях множество витаминов, особенно в их соке. Если я найду, выжму их и смешаю с... Стоп! Не хочу этого знать. Ладно. А хочешь, я сделаю тебе вкусный томатный суп? 100% без червей. Держи, Зиги, я иду! Что-то мне не очень хорошо. Конечно, нехорошо. Открой глаза. Зиги! Видел тот трюк? Отличный, да? Чего молчишь? Я спас твою жизнь. Полегче там! Зиги! Ты где? Я тут! Встретимся возле ушей! Ларри! Ларри! Пора заниматься серфингом. Это мы, Диего и Зиги. Кто там? Привет, Годзилла. Мы тут. Диего? Зиги? В какую передрягу вы попали в этот раз? Все в порядке. Где растение с помидорами? Куст помидоров? Я отдал его Зази, чтобы она сделала суп. Суп? Вперед! Не понимаю. Суп был приготовлен идеально. Я вышла из комнаты всего на секунду, и опа, супа нет. О, нет! У тебя на руке тараканы! У них головы Зиги и Диего! Нет, это они есть. Я объясню позже. Not...
этого недостаточно. Он все еще такого размера, как и был. Помидоры еще остались. Один зеленый для супа, он не подходит. Но он хорош для желания. Только мне кажется, что сверчки в этом году особенно большие. Помогите! Он хочет съесть кафе. Бегом, мы должны заставить его съесть помидор. Я принесу. Нет, мы должны оставить его для желания. Зази, остановись, или я заморожу тебя. Нужно стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Например... Нет! За что? Ненавижу эту жестяную банку! У нас не было выбора. Есть другие, более безопасные методы для повышения роста. Смотри, пришлось потратить все сбережения. Это скуп с прямой трансляции из Оазисвуда. Рита Ван Хамп опять разошлась с Сэмом Сахара. Сейчас только эксклюзивные фотографии с ее новым дружком. Что она делает рядом с таким карликом? Низкий — это новая длина. Не слышали?